Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаю делать чашечку-конфетницу. Мы ее уже прогрунтовали, и она высохла. Вот такая получилась упругая. Лаком пока ее не покрывала, потому что хочу сделать на ней декупаж. Так как это чашка-конфетница, хотелось что-то такое веселенькое. Такое вот. Нашлась у меня салфеточка «Красная шапочка». Мы все знаем такую конфетку «Красная шапочка» даже из нашего детства, они и сейчас есть. Вот с одной стороны вот эту наклею. С другой стороны нашла просто вот такая салфеточка у меня «Божьи коровочки», такие вот они веселенькие, которые вызывают улыбку на лице. И наклею с этой стороны. Все вырезала, потому что если здесь можно было еще вырвать фон, как он похожий с основным фоном, то здесь у нас фон зеленый, поэтому надо было вырезать, потому что будет некрасиво смотреться, если мы оборвем. Сейчас наклеим. А, кстати, в прошлом видео я говорила, что потерялась, нету упаковки от бумаги. Вот нашлась как раз, полезла я искать что-то и нашлась упаковочка. Вот какая она. Газета бумажная, бумага газетная 48,8 плотности. Вот такая. Разрезаю я на три части для скручивания трубочек. Если там какие-то еще будут вопросы, задавайте. Не буду уже терять времени. Так, наклею. Клей у меня вот такой, можно сказать, жиденький и мягкая кисточка. Так, и здесь сейчас. Вот я еще тут такие мухоморки вырезала. Сейчас посмотрю, вот, наверное, здесь. Все, пускай сохнет, а мы сейчас займемся другой работой. Мне понадобится вот такая веревка. Отмеряю проволоку для рук. Проделаю в пробке отверстие шилом и вставлю туда проволоку. Сейчас надену веревочки. И также с веревки сделаю ножки, только не буду вставлять проволоку. У меня вот есть такие бусинки деревянные, я их использую для ножек. Обычную канцелярскую скрепку с одного конца, где буду крепить к руке, сделаю чуть-чуть поуже, чтобы она потом вошла по ширине в веревочку.
пробку обмотаю фольгой, так как от нее могут проступить пятна. И тонким слоем ваты закрою кисти рук и оклею ватой тельце. На проволоку наклею личико, заполню фольгой и все перекрою ватой. Для платьица использую крашеную салфеточку. Мне понадобится 1 целая и кусочек 1/4 от салфеточки. Затемненные края обрезаю. Салфеточку растягиваю, чтобы было больше складочек и юбочка пышнее была. Для волос буду использовать крашеную паклю. Как ее красила, оставлю ссылочку в описании под видео. Клею на клей момент кристалл.
так как салфетка к салфетке плохо клеится, то после высыхания края склею клеем момент кристалл. И также сделаю поясок с бантиком. Чтобы волосики не трепались и не пушились, слегка покрою клеем. Платочек буду делать из кусочка ситца. Ну вот и готова моя куколка, уже высохла и можно приклеить к чашечке. Чашечку я покрыла акриловым лаком, не покрывала только вот здесь, так как сюда буду клеить куколку. Если забыли, например, покрыли, можно просто сделать вот такие царапиночки, чтобы было лучшее сцепление потом с клеем, чтобы она потом не отлетала от лака. Так, задумка у меня была этой куколке сделать максимально просто, потому что у каждого, наверное, у кого есть детки особенно, есть какие-то куколки, которые завалялись уже ненужные. Или как у нас детки любят головы отрывать, где-то и головки могут куколки быть. У каждого может быть пробка, веревочка, проволочка, то есть влажные салфетки. Ну, то, что, в принципе, у каждого найдется дома, кусочек ситца. И вот можно сделать вот такую интересную куколку. Ее можно не только посадить, если вставить сюда проволочку, можно поставить ее возле чашечки, она может стоять. Тоже будет интересный вариант. Вот, но у меня была задумка сразу вообще сделать ее девочку-конфетку. Хотела завернуть просто пробку. Как конфеты мы заворачиваем фантики, ставить головку, ручки такие висящие, тоже ножки болтаются, но как у каждого, наверное, бывает, в процессе я передумала и решила сделать просто девочку и дать ей в ручку конфету, чтобы она держала, вот какие тут будут конфетки лежать, вот какую-нибудь из небольших конфеток дать ей, чтобы она вот так вот держала. И потом еще придумала, что почему бы девочка может держать еще какое-то поздравление. Или можно записку какую-то оставить друг другу. Или, например, вот какой-то прикол. Например, вот как здесь. Наложить конфеток, конфетничку, и подписать. Помни, ты на диете. То есть это тоже веселит. И считаю, что позитивные моменты такие нам нужны в жизни. Чтобы закрыть скрепочку. Я приклею вот такую шоколадочку. Как их делала, оставлю ссылочку в описании под видео. Все сейчас приклею
и потом покажу, что получится у нас в итоге. Девчонка-сластенка приглашает всех на чай. Желаем вам крепкого здоровья, любви, приятных встреч за чашечкой кофе или ароматного чая. Подписывайтесь, друзья. А с вами был канал Got to Make и я, Татьяна. До новых встреч!